Киргизский борец греко-римского стиля Акжол Махмудов, завоевавший серебро на Олимпиаде в Токио, продал олимпийскую форму для помощи нуждающимся. Спортсмен пожертвует полученные средства благотворительной организации. Аукцион был организован в Бишкеке бизнесменом Бабуром Талбаевым. Красная форма Махмудова с изображением акулы была продана за 6 500 долларов. Помимо этого, участники аукциона пожертвовали 19 500 долларов благотворительной организации. С детства мечтал завоевать золотую медаль Олимпийских игр и помочь нуждающимся семьям. Когда вернулся домой с Олимпиады, понял, что полон решимости делать добро для своего народа. Хотел строить школы, мечети, дороги и помогать нуждающимся. И сегодня хочу сделать первый шаг к осуществлению своей мечты. Поделился олимпийский призер. Будьте справедливыми, будьте верующими. А тот, кто верит в Всевышнего, он верит в судный день, и что с него будет за это спрашивать. Тот, кто знает, что с него за это будет спрашивать, он не нарушает. Когда мы ставим камеры, люди мало нарушают. А камеры Всевышнего есть, ангелы записывают наши поступки. Всевышний видит наши поступки. И по нашим намерениям и нашим поступкам Всевышний нам будет давать, если ты заслужил рай, рай, если ты заслужил ад, ты уже делал очень много плохих дел, ты заслуженно будешь наказан. И потом пеняй только на себя. Где мы находим нашу честь сегодня? Наша честь в машине. Все молодые люди отрицают это. Но если ты говоришь им: брат, знаешь, ты очень сильно любишь Дуню. Он отвечает: ты это мне? Я? Дуню? Да ни за что. Клянусь Аллахом, я ее не люблю. Успокойся, брат. Аллах Свят Он и Велик говорит: вы не просто любите деньги, но вы их очень сильно любите. Но люди отрицают это. Они отрицают, говоря: не-не-не-не-не, деньги меня вообще не интересуют. Ты меня просто плохо знаешь. Но на самом деле он видит свою честь в машине, которую водит. Я не говорю об обычных парнях. Даже религиозные братья отличаются этим. Мы гордимся своей одеждой. Тем, как мы одеваемся. Тем, какую брендовую одежду мы носим. О, они все говорят о тебе. Субханаллах. Аллах Святой и Велик настолько унизил нас в наше время, что мы гордимся даже своей обувью. Сейчас статус мужчины определяется по брендовой обуви, которую он носит. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Ассаламу алейкум, уважаемые братья мусульманине. Рад видеть вас на своем YouTube-канале. Увидев этот видеоролик, аж до сердца дотронулся, решил с вами тоже поделиться. Наш брат Кыргыз сделал очень хороший путь к исламу. Каждый из вас может делать такие поступки, уважаемые братья мусульмане. Никто вас не задерживает, не останавливает. Если вы будете идти хорошим путем и мечтать, иншаллах, все будет. Уважаемые братья мусульманины, пожалуйста, если вы гость в нашем канале, пожалуйста, подпишитесь и ставьте лайки. Я думаю, вы все поняли, о чем идет речь в видеоролике. Уважаемые братья мусульманины, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.